Добрий день, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник однаково органічний в усьому – і в режисурі, і в акторській грі, і недаремно його так обожнюють мільйони людей. Сьогодні у нас в гостях блискучий актор і режисер, народний артист Радянського Союзу, художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков. В розгар перестройки в Совєтському Союзі, коли все було вновь, Совєтське общество потряс розкол МХАТа на МХАТ Єфремовський і Доронінський. Что случилось тогда? Почему Татьяна Доронина решила уйти и забрать с собой коллектив? И как ей это позволили сделать? Знаете, вас неверно информировали, как говорят в таких случаях. Раздел художественного театра был совсем по-другому структурирован. В труппе театра было сильно больше 100 человек. Угу. Сильно больше 100. Люди виделись друг с другом дважды в месяц, в дни получения заработной платы. Да? Когда подсматривали, кто сколько получает. Вот, значит, и Олег Николаевич, естественно, к этому времени, когда был закончен ремонт, первый ремонт вот этого помещения, где мы сейчас с вами находимся, он решил, что поделить надо просто половину здесь, а половина останется в этом здании. На Тверском, да? На Тверском. Что, собственно, и было реализовано. И таксисты, когда человек садился в машину и говорил «Вам хат?», таксист спрашивал, какой, мужской или женской? Вы ходите в женский МХАТ? Вы там были хоть раз? Был. Да? И как там? Да вы знаете, я вообще, так сказать, садомазохист. Я тогда хожу в других театрах. Вы прекрасный киноактер, и большинство, конечно же, знает вас по киноролям. Не лучше ли только кино? Может, забросить театр? Никогда такая мысль не приходила в голову? Вы знаете, если бы я так думал, я бы давно уже сделал бы какие-то шаги. В том же 68-м году, преснопамятном, английский режиссер чешского происхождения Карл Райш и его жена, такая кинозвезда, и голливудская, и европейская, и звезда, у которой у Бардема снималась, ну, у многих, Бетси Блэр, были озабочены кастингом, то есть подбором актеров для фильма «Айседора». Айседору играла Ванесса Редгрейв, значит, Зингера, первого мужа нашли в Германии, по-моему, второго американского бойфренда нашли в Штатах. А вот Есенина он играл Безруков? Нет, Есенина по тем временам должен был играть Табаков. Екатерина Алексеевна Фурцева, которая очень как-то по-доброму ко мне относилась, она изъяла этот сценарий из Госкино, отдала перевести и дала в конечном итоге разрешение на то, чтобы я снимался. А это был контракт в 46 тысяч фунтов. Можешь себе представить, что это такое за деньги были? Вам-то все равно мало осталось. Да не в этом дело. Ну да, я думаю, что мне половина бы осталась. Но это деньги по тем временам были. Да даже не в деньгах дело. Это была, конечно, тот шанс, который мне жизнь предлагала. Уровень другой. Выйти, в общем, на европейскую, ну, на европейский кинорынок. И в это время пьесу Михаила Шатрова «Большевики» стали запрещать. Ну, как же я мог себе позволить? Настоящие большевики стали запрещать. Да, как же я мог себе позволить бросить ребят в эту минуту? Я этого не сделал. И бедных моих английских коллег, в общем, поставил в очень тяжелое положение. И в этом фильме Есенина играет случайный человек, журналист из Югославии. Ему мои костюмы не подошли, поэтому он в каком-то таком купеческом полупердоне. Там как-то. С вас просто не выпустили? Нет, не выпустили. Я отказался. Вы не могли это совместить? Существенно. Нет, просто я не мог. Надо было 4 ноября
лететь в Лондон, примерять котелок, штиблеты, фрак и так далее. Это правда, что Фурцева была влюблена в Ефремова и в вас как женщина? Ну, как так можно утверждать? Во-первых, ну вот мне знающие люди говорят, она любила трех мужчин: Ефремова, Табакова и Магомаева. Может быть, может быть. Во всяком случае, когда нам дали премию, а Шаура, Зимянин, Суслов, Фурцева были отделены от нас таким каким-то проходом и довольно высоким барьером, то я выхватил из-за спины букет белых роз, перемахнул через этот барьер и вручил ей цветы. Она была счастлива? Я думаю, что она была рада, да, потому что это все-таки, понимаете, ну, не покупается. Когда вы оставались наедине с ней в кабинете или в театре, глазки строила или нет? Что не было, то не было. Не строила? Да нет, она была умница и вообще была красивая женщина. А насчет Ефрема я вам такой вот рассказ расскажу. На самом деле она была очень внимательной и защищала Олега, как могла. По-моему, это был 62-й год. Мы поставили голову короля, и нас хотели запретить. И поскольку она не могла просто сама убивать, так сказать, детище, она поручила это сделать своему первому заместителю Александру Николаевичу Кузнецову. Он был такой памятник себе. Голова его прямо переходила свободно в плечи, плечевой сустав. И вот мы сидим, мы, это совет, да? Совет – это коллегиальный орган, который руководил театром «Современник». И Олег, взяв немножко, так сказать, на грудь, чтобы как-то, говорит: «Александр Николаевич, это же специфический театр. У нас коллегиальное руководство, у нас там, у нас совет руководит». И Кузнецов говорит: «Для нас нет никаких советов. Для нас есть вот один – Олег Попов». Он говорит: «Ефрем». Ефрем. Замминистра культуры. Бывает. Это правда, что в свое время, еще в советское время, вы могли остаться в Соединенных Штатах Америки? Какой вы осведомленный. Ну, это такая любовная история. Но тоже жизнь, повторяю, так через колено испытывала. Просто я был влюблен в девушку. В американку? А девушка была из рода миллиардеров. И она была так молода и легкомысленна. И так богата. Да. Нет, я ее любил не за это. Знаешь, как американская. Мы любим ее не за это, да. Не только за это. Так вот, просто она знала об этой моей мечте. Студию. И она говорила так вот: «Ты знаешь, это деньги не папа, не мама, это вот мне бабушка оставила. Вот по-братски, пополам это вот». Вы знаете, я безнадежный, испорченный русский человек, поэтому это меня не прельщает. Знаете, есть такие стихи: «Россия, нищая Россия, не избы бедные твои, твоим не песни ветровые, как слезы первой любви. Россия отнюдь не нищая, и цена барреля, если вы следите за этим, поднялась уже до 75. Нет, то хозяева России не нищая, Россия как была, да, так и осталась. Ой, не скажи, я тебе цифры назвал в Московском художественном театре. А я еще вы бы не назвал в Тверском посмотрели, да какие ладно, цифры. Это... Старик, можно и нужно отвечать только за то, что ты можешь сделать. Поэтому в подвале получают люди не меньше. Ну, может быть, чуть меньше, но там и количество мест в зале 116, а здесь 916. Вы не жалеете сейчас, что тогда не остались? Нет, да что ты. Значит, не любили как следует. Нет, вот это ты не прав. Она долго звонила. Потратила полсостояния на разговоры телефонные. Во всяком случае, приводила иногда аргументы, нет, такие, знаешь, против лома нет приема, вроде того, что беременна. Но это было неправдой. А если бы было правдой?
Если бы было правдой, наверное, бы поехал бы, дал бы. Денег на аборт? Имя? Нет, почему? Ну, это уже было поздно. Женщины, когда звонят об этом, они действуют планомерно, по заранее составленному плану. Ваш развод с супругой, актрисой Людмилой Крыловой, обсуждали практически все. Вы женились на очень красивой женщине, Марине Зудиной, прекрасной актрисе. Я превысил свои служебные полномочия. И, так сказать, не страшно было пускаться в это плавание? 30 лет разницы. Да вот, ты понимаешь, когда любишь, как ты удачно напомнил, то тогда не страшно. Видно, тут любили больше в этом случае. Ну, видишь ли, это все-таки не через океан, да? Это поблизости. Вот видите, да. Уже расчеты какие-то начинаются. А как ты думаешь, я человек прагматический. И подвозить на Семеновскую туда вот, на Преображенскую, ну не каждый вечер. Я подумал, нет, я больше не выдержу. Столько на бензин тратить. Ну, нельзя, да. Разорить. Супруга знала об этом вашем увлечении? Да. Не было скандалов, ссор, сцен? Было всякое, но сейчас чего об этом вспоминать. Вы знаете, я очень благодарен моей первой жене Людмиле Ивановне Крыловой и за ее любовь, и за ее красоту, изящество. Просто за то, что она родила мне Антона, дочку Сашу. Так что это само собой. А это само собой. Я знаю, что Антон и Саша долго не могли простить вам вашего ухода из семьи. Нет. Простили уже или нет? Антон недолго. Антон, так сказать... По-мужски понял. Ну, как-то, во всяком случае, где-то там... Ну, недолго совсем. Нет, я с радостью внуков своих вижу и, когда могу, балую. А дочь? Нет, с дочерью у нас по-прежнему отношений нет. Многие люди, приближенные к театру, говорили, что со стороны Марины Зудиной это брак по расчету. До вас доходили наверняка эти разговоры. Что вы об этом думали? По расчету? Да нет. Она... Ты понимаешь, по расчету не ведут себя так. Она бы за эти 12 лет, наверное, уже... Проявилась бы, да? Да, как-то так сказать. Такой бы отдельную показательную роту, так сказать, чичизбеев и поклонников бы имела. Если уж она так долго ждала, значит, чего-то там было. Не в том ли секрет вашего такого прекрасного состояния, что молодая жена замедляет старение? Я думаю, что и старик, как говорится, все-таки вот сделав полтора года назад последнего ребенка, демонстрирует определенную физическую форму. Значит, это, как говорится, наверное, так это процесс... невооруженным глазом видно. Это процесс, я думаю, обоюдный процесс. Потом я вам должен сказать, что вот я... Когда прижимаю к себе Машу или там журю в очередной раз Пашу, или там обнимаю Анечку или Полину, это внучки, или маленькую совсем. Правда, я ее два раза обнял, она заплакала оба раза. Танину, это последняя дочка Антона. Это, вы знаете, абсолютно такая подзарядка. Вот БТР же машина очень большая, да? И в соотношении с массой этой машины аккумулятор, который там стоит, достаточно маленький. Да? Вот примерно такая же пропорция. Ваша жена очень красивая, молодая женщина, и я думаю, что... Наверняка вы где-то в глубине души ее ревнуете к молодым мужчинам. Нет. Происходит это? Нет, вы знаете, у меня вообще по этой части плохо. По части ревности. Нет, так уж как-то, это, наверное, от отца. Полк Андреевич, он как-то так... Знал себе цену.
А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая смешная и глупая шутка. Нет, я из докторской врачебной семьи. Это, возможно, кое-что объясняет. Два человека, старший брат мой, сводный по отцу, и старшая сестра, сводная по маме, кончали с интервалом, по-моему, года в 3-4, Саратовский медицинский институт. И вот все, что касательно анатомии, физиологии, патофизиологии, там, гинекологии. Секретов нет. Знаешь, все было узнано очень рано. И вот эта вот краткосрочность отпущенного нам времени на земную жизнь, она, ну, так сказать, это знание пришло не из литературы, а вот из первоисточников. Я даже сейчас вот иногда, там, когда некоторые отложения солей вдруг интенсифицируются, у нас там в подвале есть такая четырехступенчатая лестница, и первая ступенька у нее большая, не 15 сантиметров, не 12, а 18, может. И вы ее на одной ноге? Вот, и я обычно ее, да, а тут иногда подойду, задний ход, и со второго раза. Нет, я знаю, так сказать, срок, и счастлив бываю, если в самом деле я помогаю людям, за которых я ответственен, жить свободнее, лучше, устроеннее. Кстати, я не сказал, вот и в одном, и в другом театре каждая женщина на ребенка получает 6 тысяч. Ежемесячно? Да. Это не то, чтобы там кто-то мне велел, стимул или кто-то мне посоветовал. Ну, я и пример подаю. Понимаешь? Я откликнулся на призыв президента. Одним из первых. Деловым способом. Вы все знали о медицине, тем не менее, когда ваша супруга Марина рожала первенца Павла, пошли смотреть, как это происходит. Это не я пошел, это она настояла, ей было страшно. И, понимаешь, это тяжелое испытание. У Хемингуэя есть такой рассказ про индейскую семью, когда он где-то там на печи лежит, она рожает, она рожала вся ночь, а утром, когда открыли полок, где он лежал, у него были перерезаны вены, не выдержал. Это на самом деле очень, очень непросто. Вы выдержали до конца? Выдержал, да, выдержал. Какие ощущения у мужчины, у отца появляются, когда он видит, как его ребенок видит свет? Беспомощности, ничтожности тебя ничего не сделать нельзя. Самым серьезным помощником была старшая сестра, которая подошла и сказала: «Тушься! А ну-ка домой, тушься!» Ну, как сидишь вот на горшке, надо тужиться. Вы увидели сына, это было абсолютное счастье? Ну, конечно. Или страха было больше? Конечно. Нет, ты знаешь, страх пропадает одномоментно. Видишь ли, я думаю, что вот эта вот история, связанная с тем, что я начал учить детей, молодых людей, она связана с тем, что я хотел иметь детей много. И после войны, когда я приходил к кому-то из друзей и видел за столом, а мы сидели втроем, мама, сестра Мира и я. А иногда приходил, и, слава Богу, отец вернулся с войны, и семья была большая, человек 5-6, и я вот думаю, о, вырасту, настрогаю. А Людмила Ивановна, она была очаровательной, изящной, миниатюрной женщиной, и
Родив двоих, она забастовала. Вот, наверное, может быть, это было отчасти причиной того, почему я стал учить детей. Я представляю, какие толпы девушек, поклонниц, ходили за вами по Москве и не только, и по другим городам Советского Союза, особенно в пору вашей безумной славы. Я думаю, что несмотря на то, что у вас такая молодая жена, все равно это паломничество продолжается. И сравнительно недавно газеты взахлеб писали о том, что у вас новая пассия, еще моложе вашей нынешней жены, и вы уходите из семьи. Это правда или нет? Нет. Я с сожалением сказали нет. Я в эти игры не играю. Дай Бог мне справиться с кругом моих служебных обязанностей. Неужели, когда вы видите хорошенькую студентку, вам не хочется сыграть хоть чуть-чуть в эту игру? Это такое занятие, любовь, то тут играть нельзя. Как-то не читки требуют с актера, а полные гибели всерьез, как писал Пастернак. Нет, я, как ни странно, по-прежнему люблю Марину. Это немножко странно на самом деле, потому что у меня до романа с ней был несколько иной цикл смены караула. Хорошо сказали, как. Ну, это просто я цитирую Юлиана Семенова. Вот. То есть смены караула случались, да? Да. И как-то они были очень... Ну вот, а потом вот пришла эта толстощекая девочка. Чем она вас взяла, Олег Павлович? Любовь. Ничем другим, милый, меня не возьмешь. Это правда, что в юности, в молодости вы были гурманами, очень любили обильно поесть? Я только что хорошо поел. Зачем мне воспоминаниями заниматься? Нет, я сейчас хорошо поел. Я и солянку съел, и салат «Цезарь» был, там, и кусочек мяса, и чизкейк. Нет, это все... Вы себе ни в каких удовольствиях, судя по всему, не отказываете, правда? А зачем отказывать, если есть возможность получать эти удовольствия? Вы любите поиграть в игровых автоматах? А как же! И выигрываете? Знаешь, у меня нет времени много там бывать, но вот дважды я выиграл довольно крупные суммы. Однажды в Вене на улице, на Кертнерштрассе, большую сумму. Большую это сколько? Ну ладно, еще буду я рассказывать. Ну вот, а второй раз я отдыхал у моего друга Сережи Дистергофа. Вот, он сам из Одессы, у него там мама живет, и семья там. У него большой бизнес в незалежном Киеве, Граде. Значит... Я там выиграл вообще, даже просто неловко. Вот, ну дуракам везет, это старая такая пословица. Что за история у вас была с Михаилом Казаковым на сцене, когда хрен за щеку? А какие вы осведомленные. Нет, это просто был такой спектакль у нас. «Баллада о невеселом кабачке» и... Это пьеса «Алби», это, по сути дела, ну, адаптация повести Карсон Маккаллорс. И вот там мы играли. Это была история, как женщина, такая крупная женщина, ну, я бы сказал, трансветит, может быть, так. Как говорит Задорнов, входит в транс и свистит. Да, значит, она... так сказать, к ней сватается красавец-ковбой, а она сама любит горбуна, калеку и человека нетрадиционной сексуальной ориентации Лаймана. Вот ведь как. Да, Казан Лайман зовут его, братец Лайман. И вот, значит, кроме нас троих, в этой истории еще участвовал Михаил Михайлович Казаков, который от автора выступал. И у него были время от времени такие монологи, расшифровывающие смысл, глубинный смысл. Михаил Михайлович, он, так сказать, человек увлеченный, и вот он говорит, читает этот монолог об одиночестве в любви. А я стою и
я на этот спектакль пригласил одну очень красивую женщину и рассчитывал, что вот исполняя эту роль, я и добьюсь цели, и завоюю ее сердце. А он все тянет и тянет об одиночестве, в любви. Да. Да. И тогда я в кулисе, когда он повернулся, я говорю, такому рассказчику положен там, шиш за щеку. Значит, не выдержал и сразу по окончании спектакля побежал к Галине Борисовне Волчевой. Говорит, что делать? Директор, как он себя ведет? И Галка пришла, говорит, ну что ты делаешь вообще? Ты с ума сошел? Я говорю, все, Хася, я больше никогда этого не повторил. Все, никогда не буду. И вот следующий спектакль. Он опять тянет. Опять поворачивается ко мне, и я делаю вот так вот. Так что дело было. Вы смотрите фильмы, в которых принимали участие, особенно старые, 60-х, 70-х годов? Специально нет. Вот есть на DVD у вас полочка своя или нет? Нет. Полочки у меня у Пашки. Он там свои кадетства там и прочее, да. Какая-то. Но если случайно вот попадаете на, видите, там на экране Шелленберг в вашем исполнении, какие мысли? Господи ты, Боже мой, как же это? Давно это было. Видишь ли, я ведь каждое утро чищу зубы. И когда я чищу, то я смотрю на отражение в зеркале и далеко не всегда бываю доволен. Поэтому чё ж хорошего смотреть на себя 50 лет назад или там 40 лет назад. Нет, это вообще блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Это очень важно. Сейчас по ту сторону экрана на вас смотрят миллионы влюбленных женских, да не только женских глаз. Ничего, я еще ничего. Вы знаете, я бы, честно говоря, предложил бы вам обратиться к людям, которые вас так любят, с Украины. Да. Они каких-то слов наверняка от вас ждут. Вы знаете, я бы пожелал им, учитывая четвертушку украинской крови, удачи, здоровья и терпения. Браты, воно очень вам нужно. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був блискучий актор і режисер, народний артист Радянського Союзу, художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков.